На протяжении всей истории человечества, наряду с великими мастерами, создающими непревзойденные произведения искусства и гремящих своими именами по всему миру, всегда существовали картины неизвестных художников. Художники, чьи произведения вызывают не меньшее восхищение, чем работы именитых мастеров, но чьи имена по разным причинам остались неизвестны. Автор этой картины – неизвестный художник Петр Александрович Струев. «Русская школа. Начало 20 века. Жанровая сцена. 1936 год». Размер картины 100 на 80 сантиметров. Холст, масло, лесной пейзаж, на переднем плане фазаны. Время от времени на аукционах и антикварных салонах выставляют картины с подписью неизвестного художника Петра Александровича Струева. Например, в Кыргызстане антикварно-нумизматическом салоне «Фельс» были сданы несколько натюрмортов, подписанных Петром Александровичем Струевым. И эти живописные работы стали частью интерьера. Поскольку так уж повелось среди ценителей искусства, прежде всего котируется имя художника. А если оно неизвестно широкому кругу любителей, то даже профессионально и мастерски написанные картины, настоящие шедевры, просто игнорируются. Всем пока и до новых встреч!